Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру! И вот 5 ноября 2021 года я встретил в сети интернет информацию, что лидер венесуэльской оппозиции призвал белорусскую оппозицию не складывать руки и не складывать оружие в кавычках и бороться против режима Лукашенко. Он призвал людей бороться со своими диктаторами, которые ими управляют. В частности, в Венесуэле и в Беларуси. И я вам хочу сказать, что это хорошо, что не только граждане Беларуси делают такие призывы, но и вот такие вот лидеры оппозиции других стран, которые считают, что все мы должны бороться за демократию, правильно делают, что призывают людей, и правильно делают, что стараются объединяться. Без объединения, без единства усилий по борьбе с такими вот диктаторами ничего не будет. Живе Беларусь! Слава белорусскому народу, который борется против диктатора Лукашенко!